Так, ну что, всем привет, с вами снова я, Зазепа. Продолжаем Сталкер 2. О, собственно говоря, у нас тут перестрелка была. Закончили серию на то, что мне уже пора на работу было идти. Вот буквально придя с работы, я тут дозаписываю. Записываю. Новую серию я записываю, не дозаписываю. Я сначала думал, что может как-то вставить это все одно видео, но потом подумал. В принципе, я там уже попрощался, так что можно. Тут же никого нету, я вроде тут завалил людей. Так, это я собрал. У меня, помню, проблемы с патронами было. Были. Я бы хотел бы аккуратненько вас подлутать. Судя по всему, у вас ничего и нету, да? Так. Так, а что у меня там по патронам? Хотел бы просто перепроверить. Калашников, кстати, уже поломанный. Ну давай, ладно, короче, ладно, я его уже доломаю. Просто потом выброшу, подберу получше. А, на него патронов, кстати, вообще нету. Ладно, возьму тогда на замену МПшку. Тихо. Ну это ты хорошо зашел, а когда я там стоял, вы главное не заходили. А тут один осмелился, блин. Я надел пистолет не тот. Или аптеку, короче. Перезаряжайся. Ну, это меня, конечно, хорошо подловил так, когда я оружие менял. Вот так. Разрядить. Я тут просто каждый патрон почти на счету. Так, а сейванусь. Так, там стоит кто-то, что ли? Короче, молочки немного затупили. А чё у вас так дофига тут, кстати? Так, тебя лутануть я смогу? Вы чё, они просто боялись подходить ко мне или что? Ладно, давай проверим. Не вовремя. Давай бинт. 8 пуль. Я убил того? Типа. Вроде убил. Так, давай с этих патронов соберу. Есть такая возможность. Запрячу здесь же. Они вроде как тут. Так. Дай-ка дверку прикрой. Возьму калашников какой-нибудь. Себя. Нет, его, наверное, лучше продать может. Это 100. Слушай, ну по цене он так-то повыгоднее будет. Разрядить, выбросить. Выбросить. Разрядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Выбросить. Надеть. Я просто сохраню его для продаж. Конечно, патронов, да, вы дали. Прям много, я бы сказал бы.
Там давай тушенки скушаем. Ладно, пошли. Да. Хедшот. Так, вас я подлутал там уже. На улице там много типов лежит, которые не залутаны. Кстати, что за пересветы такие? Нифига не видно. Хил. Давай-ка бинт. Ну слушай, если они сейчас пачкой забегут, я не знаю, как я справлюсь. Ох. Попадать бы еще неплохо было бы, да? Короче, хедшотами постараюсь. Один. Так, не, давай-ка хил. Так, не, не, не воду, не воду, не воду, пожалуйста. ПМ еще я вроде выкидывал. Давай с дробикой встречать как-то, что ли. Хотя там калаши наподбирал. Разрядить. 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 Я, может, еще какой-нибудь один магазин насобираю. Ты серьезно? Гребаные осечки. Нет, давай как калаш. Тут эти патронов мне уже нормально. Мне уже шмалять нечем. Всю военную базу уже переложил вам. Так, ну слушай, ну мне кажется, что вроде все уже. Так, тебя слутал. Тебя слутал. Тебя не слутал. Ну, с ней, по крайней мере, костюмы падают. Это вот... Что, у меня что, уже перегруз? У меня уже перегруз. Ну, короче, калаши, которые выбросить все, разрядить, выбросить. Это дает еще переносимый вес. Ну, слушай, придется жертвовать чем-то. Вот с одну тысячу. Хороший вопрос. А чем жертвовать? Мне еды дофига. Не, конечно, можно надеть это. Попробовать. Мне пойдет сейчас радиация. Вес оно дает не очень-то и много. Ладно, калаши, в принципе, не такие же дорогие. Выбросить.
выбросить. Ну и ПМ еще давай выброшу. Дай-ка. Пиком все это дело шлифану. Там что ли стоит военный или что это? За углом стоит, прячется. А тебе сколько, извините меня, товарищ мой дорогой, тебе хедшотов-то надо? Так. Тебя слутал, тебя не успел. Видите, как будто как челик. А, это колесо, блин. Теперь я понял. Разрядить, разрядить. Самое ценное это патроны. Два костюма у тебя. Ну слушай, я так и не унесу. А сколько у меня перевес? У меня сейчас 86 кг. Угу. Ага. Моего состояния... Угу. Разрядить, выбросить. Вот это вот такое состояние. Ну слушай, ну броников я прям набрался, да? Я даже могу свой один поменять. 14 косарей стоит. 14. 14. Ну придется пожертвовать, ну что уж сделаешь. Раз уж так. А здесь пока могу, могу. А теперь не могу. Придется что ли еще один калашников выкидывать. Я, давай костюм уже вытяну какой-нибудь один. Твое состояние там чуть поврежденное. Ну, типа тебя. Ну а теперь, по идее, мне точно хватит. Не намного, но хватит. Разрядить, выбросить. Выбросить. А еще выброси все. Еще тут наберу. Гранат мне что-то кажется. У меня за много. Не надо гранату. Дядька, ну как так-то, а? Ну как так-то? Так, а ну-ка. Пока спрячусь, пока подгрузка идет. Угу. Так, костюмы мне в таком количестве явно не нужны. Я переодену один там, который у меня был чуть поврежденный. Выбросить. Калашников тоже выбросить. Ну все. Короче, вот так вот. Я даже, может, один калашников переодену. Выбросить. Возьму этот, который чуть получше. Уж байку перезаряжу. Так, здесь бы тоже по-хорошему перезарядиться. А что, патронов на ПМ вообще нормальных нету? Окей, я понял.
Калак. Ну что, пошли дальше прорываться. Это Степан. Стальная голова был. Слушай, ну у меня тут, короче, такой замкнутый круг. Если я их не лутаю, то у меня нет патронов. Травят душу этими костюмами. А какое надеть? Разряди. Надеть. Разрядить. Выбросить. Калаши. Разрядить. Выбросить. Разрядить. Выбросить. Отлично. Слутали. Тебя. Забрать. 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 Так, эти я уже вроде проверял, если на кучке лежат. Сохраниться. Забрать. Забрать, забрать. Разрядить, забрать. 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 Бежать. Угу, бежать я прям быстро не могу. Короче, да. Вот такой геймплей, пацаны, получается у нас сегодня. Разрядить, выбросить. Выбросить все. Разрядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Ну, я надеюсь, что я сейчас тут на костюмах как-то поднимусь. Постараюсь я это сделать. Там трупы валяются, тут трупы валяются. Тебя смотрел? Ну, здесь прям целая военная база, которую мы вынесли. И что-то у меня есть идея, что мне, может, не совсем прям тут надо было этих ребят всех выносить, а просто реально убежать отсюда надо было бы. И мне кажется, что с той стороны, возможно, это было возможно сделать. Но я решил пойти на пролом. Так, где-то там. Давай еще раз перепроверю калаши. Разрядить, выбросить, разрядить, выбросить, разрядить. Вес пока приемлемый. Не, ну то, что я патронов сейчас докуплюсь, это понятное дело. Сколько у вас тут трупов? Короче, кучка тут лежит такая. Так, ну слушай, уже прям патронов начинает хватать. А чё ты такой живучий, слушай? Дружбане. А вы откуда взялись? Откуда вы взялись? Они там что, реально спавнятся? Я же только что оттуда. Вы там каким чудом взялись? Граждане. Не, серьезно. Вы там что, заспавнились? Почему вы столько начали танковать по голове попаданий?
Да, им теперь по два попадания в голову надо. Слушайте, что-то невыгодно с вами тут стало воевать так. Я скажу. Ну, теперь опять пересматриваю тут все ваши калаши, да? Чисто. Сейчас я буду чисто. Откуда вы прибежали? Слушай, ну надо смотреть этот тайник, который, помните, там у нас был. Это прям конкретно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Подальше, пожалуйста, ловись. На них патронов прям уходит тьма тьмущая какая-то. Где там твой калаш? Реально прям тьма тьмущая патронов надо. 600 каких-то таскать с собой. Вот откуда он взялся? Из воздуха? Они тут, походу, реально спавнятся. Да, зря я сюда пришел. Уходить отсюда мне надо. Давай свой калашников. Я пошел отсюда. Могу бежать. Мне куда-то туда, что ли, бежать? Понять не могу. Возьми ты нож. Где тут тайник был? Вот он, тайник у забора. Давай без гранат сегодня. Это я хорошо, что убежал. Винтов много. Можно не жалеть. Себя там не загреби гранатой. Что, себе реально что ли гранаты взорвал? Окей, это ты танканул? А это сможешь? А это он уже не смог танкануть. А где там калашников мой? Мне надо еще поразряжать. Ой, где ж ваши стволы-то, а?
Почему так мало? Ну и нафига я сюда полез? Так, ну-ка нафиг я отсюда пошел. Так, куда еще раз? Ну там здание один, но я уже почти у выхода. Не, чуть сзади. Мне надо чуть вернуться, да? Сюда получается. Где? Он снизу. Он где-то здесь снизу. Так, ты дверь можно открыть? Что это за звуки? Это на улице, господи, собака у меня там на улице лает. Под окнами. А как, простите меня, я должен сюда попасть? Если здесь все закрыто. Ну, тайник, я понимаю, он здесь внутри. А, или он прям под землей? Лучше. Тихо. Давай не будем. Батонами закусил. С колбасой. Где ты там? Слышите, он что ли побьет по мне? Да, словлю, словлю, дай смотреть тут, что у вас тут находится. Я уже, в принципе, на выход пошел, пацаны, так что... Не серчайте. А, короче. Далеко-то там. А, он на вышке сидит. Смысл мне с тебя. Ну, сейчас вдоль забора обойду и все. Мне, в принципе, все, что я хотел, я сделал тут. В принципе, по весу у меня все нормально. Ну да, на желтом. Я сейчас костюмчиками, короче, откуплюсь. Калашников я поломал уже. Он, в принципе, на продажу у меня пойдет. Припій сам ні хрена не знає, але він згадав якогось... Нестора. Нестор? Ха, все цікавіше і цікавіше. Ну що ж, ласкаво просимо до великої гри. Прощавай, мала зона. Іди на ізолятор. Там мої колеги допоможуть тобі з Нестором. Якщо домовитись, звичайно. Тупай через КПП Північ. Ключі батя дасть. І не бійся хлопців. Вони дикі, але симпатичні. Ну вот, топаю потихоньку. Через аномальные поля, да? Слушай, я знаю, что меня сейчас радиация немного побьет, но я все-таки одел бы этот артефакт. Кстати, хоть немного, но дает. Викид. Усім в укриття. Без нього розкішний похорон з оркестром. Власним коштом. Ну, вот это как бы надо поспешить. Я не знаю, как быстро в этой игре выброс накрывает, но надо идти. Быстрее. Вы сначала что-то рехануть должно. Они, простите меня, эту игру что, на серверном железе, что ли, тестировали или что? Пацаны? Так, ухаваюсь.
Вот, короче, о чем я? Они что, эту игру на серверном железе, что ли, тестировали? Типа, чё так? Давай, не тягни. Так. Давай, нафига я к технику пришел? Я к торговцу бы. А торговец у нас здесь сидит, да? Здорово, хомяк. Да мне бы это, продаться бы немного. Ну, погляньмо, что там у тебя. Калашников это возьмешь? Не возьмешь. Понятно. Дарить. Тос уже убит у меня. Ты тоже его, скорее всего, не возьмешь. Забирай костюмы тогда. 14 тысяч. За бесценок отдаю. Давай патроны калашовские возьму. Прям все, что у тебя есть. Давай вот так. F подтвердить. На калашников прицелы не вешаются. Да? От ружбаки, от этого мне придется избавляться. Остальное я починю у техника. Чем можу допомогти, сталкери? Ну, погляньмо, що там у тебе. Так. Ну, я бы сначала квесты позадавал, посмотрел бы, что мне там, может, какую награду вручат. А после этого уже бы, наверное, там что-то думал бы. Да, артефакт этот забирай тоже. Мне как-то сейчас больше деньги нужны. Картечь. Покинуть торговца сейчас не могу, поэтому придется подождать, пока выброс закончится. Братан, ты куда? Там выброс. Или он уже закончился? Угу. Можу допомогти, сталкери? Ну, погляньмо, що там у тебе. О, гранати тебе ще принес. Я прям в такому количестві не нужны. Заходи ще. Все, выбор закончился. Ура! Все, перешакали. Пошли, короче, технику починю вооружение свое. Полагоди ты щось. Давай, не тягни. Не тягну. А, так. Вообще, давай, может, работу у него спросить. Может, цены получше будут. Це ти вдало зайшов. Можеш. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. Окей, я поїщу. Звідки почати пошук? У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же, ні за чим в той тунель пхатися. Добром це не скінчиться. Їх було четверо. Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастив, лідер групи. Окей, я тебе услышал. Давай, не тягни. Давай, короче, перед виходом... Викладай, покумекаємо. Починюсь, скажем так. Так.
Тут 70. Ну давай. Калашников тоже давай чини. А что я здесь могу поставить? Замена фрезерных деталей штампованными. Точность дает. Уменьшение отдачи. Ну давай уменьшение отдачи возьму. И как-то я поставить могу. А никак. Это, наверное, у меня заблокировано все, да? Увеличенный упор. И где мне взять ваш этот увеличенный упор? А, это типа вот так вот. Окей, я понял. Дальность полета, бронебойность. Уменьшение разброса. Ну, еще 12 косарей есть, в принципе. Уменьшение веса, стильность. Короче, калашников я прям максимум, да? Ну все, пушка огонь теперь. Давай, побачимось. Побачимося. Сейф. Ну-ка, давай-ка глянем теперь на эту зверь-убийцу, машину. Так, мне к кому? Мне к тебе, да? І кажуть, що проти неї вже підпілля збирається. Тримай ключ. Не можуть люди нормально жити. Давай. Чи це зона так впливає? Окей, забрати ключ від КПП «Север». Так, а ну-ка дай-ка по карті просто гляну. Покинуть малу зону через КПП, но мне пока покидать не надо. Да просто на место вылазки группы, давай сюда схожу. Сталкеры, говорит капитан Зотов. Розслідування варти в моїй зоні завершено. Тому право на свободу пересування я вам поки повертаю. Але й вимоги тепер до вас особливі. Найменше порушення і карантином ви вже не обмежитеся. Строгий дядька. Пошли, сходим, поищем. У нас как раз вот ночная вылазка будет, да? Она сейчас на какого? Прием, це Малер. Зото, виявляється, не збрехав. На КПП схід чисто. Тому я буду рухатися в бік кордону, нарешті. А звідти вже на Затон до Бороди. Сподіваюся, о, Затон? Тот самий Затон? Можно, конечно, сейчас еще походить. Так. Что это там такое происходит? Это здесь бахнуло. О, господи. Домик. Это что, типа убежки? Типа кого-то тут было убежище. Окей, я понял. Патриков мне надавали.
Ну, звук такое чувство, что как будто бы где-то отсюда был. Побережно мутанты. Но я вроде тут никого не слышу, не вижу. Ладно. Пошли отсюда. Раз уж тут тем более обережно мутанты. Так, а вот походу это туннель знаменитый. Че, пошли глянем. Канидзе? Ну давай по пикалик тогда возьму. Стреляю вас. А сколько вас там? То есть что обратно я уже не смогу забраться, да? Так, и судя по всему, здесь гад, который кидает. Предметы у нас. Полтергейст. Так называемый. Так, уж байку давай сюда. Угу. Ну давай так. Ну это было просто. Так, ну мне тут по идее всех четверых надо. Тихо. Подойду. Дай мутантов постреляю. Живи. Ты бы это завязывал бы в каком-то состоянии. Выбрался за хабаром. Сука. Я от линзы. Сказав, ваша група перестала виходити на зв'язок. Добре, що він не забив. Чоловіче, ти мусиш мені допомогти. Врятуй мастифа. Монолітівець всіх перехерачив, а його забрав. Давай по порядку. Скажи по порядку, що тут сталося. Все як зазвичай. Йшли до схову, заходимо в тунель, а там він спокійно так на нас обертається, а в очах порожнеча. Сука, не розумію, як він це? За секунду все, що в кімнаті лежало, здійнялося в повітря та вдарило по нам. Ніхто й кліпнути не встиг. Бедлама зразу на повал.
Мене до стінки відкинуло, тому і вижив. Васька мучився, а мастифа той монстр з собою забрав. Зомбі з нього зробити хоче. Я допоможу. Не знаєш, куди монолітівець міг потягти мастифа? Знаю. Він гарантовано в тому клятому будинку, про який чутки ходять. Зараз закину мітку. І щасти тобі. Давайте тут не болеть. Оля, какой красавец. Я думал, чисто вы тут завалили этого. А ты будешь тут тусоваться, да? Окей, я тебя понял. Так, ну, в принципе, мы выбрались отсюда. Но вам большое спасибо за просмотр. С вами был Зазепа. Рассчитываю все-таки на ваш лайк, подписку, комментарий. Всем хорошего.